Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков. Конечно, всех партнеров компании Eagle Bitrate интересует вопрос, когда же будет подключена платежная система. И лидер команды Eagle Bitrate по имени Бардузи взял короткое интервью у основателя EcoBank Coin Клаудио Энрике. Давайте послушаем. Всем привет! Я сейчас нахожусь в Рио-де-Жанейро рядом вот с этим замечательным человеком, которого зовут Клаудио Энрике, его еще называют Барак Обама. Я очень рад и воодушевлен тем, что мне удалось познакомиться с ним лично. И у нас также есть замечательные новости для всех партнеров нашей команды. И Клаудио мне также рассказал о финансовой платформе, а также почему никак не состоялся. Стоится долгожданный запуск и так далее. Я очень рад, что ждать осталось совсем недолго, считанные дни. Как говорится, мы на финишной прямой. Да, все верно. Это уже завершающая стадия подключения сертификатов безопасности. Безопасность важна для всех нас, правильно? В конце концов, речь идет о ваших финансах, поэтому безопасностью нельзя пренебрегать. Клаудио, на ваш взгляд, сколько еще времени понадобится на то, чтобы окончательно завершить все эти процессы? Пока мы вот сейчас разговариваем, эта работа еще не завершена, но это может произойти в любой момент. Ну а для тех, кто нас смотрит или собирается смотреть, мы находимся в замечательном месте, Рио-де-Жанейро. Как это место называется, Клаудио? Это Нитерой. Да, точно, Нитерой. Это замечательное место, где как раз мы встретились с Клаудио. Так что сегодня или завтра, думаю, мы услышим хорошие новости о том, что финансовая платформа уже функционирует. И уже скоро вы сможете заказать собственную карту. Клаудио, расскажите, пожалуйста, немного о карте. Как работает платформа? Платформа Eagle Trade Card позволяет вам иметь дебетовую карту и использовать ее в банкоматах, для снятия денег, для покупок и так далее. По сути, для ежедневного использования. Обычно, когда мы пользуемся картами, они бывают в системе MasterCard или Visa. Отлично. То есть, например, у человека есть деньги на карте Eagle Trade Card. Он может перевести средства на собственный банковский счет. Но на самом деле Eagle Trade Card – это платежный инструмент для платформы Eagle Bitrate. По сути, это одно и то же, только карта является платежным средством. То есть человек может послать средства с карты на собственный банковский счет? Ну да. И человек может пользоваться картой так же, как он пользуется картой любого банка. Почему? Потому что Eagle Trade Card – это финансовая платформа от EcoBank Coin. Я хотел бы пояснить, что мы не имеем отношения к EcoBank-у, который находится в Африке. EcoBank Coin зарегистрирован в Нассау, на Багамах. Отлично. Я очень воодушевлен тем, что нахожусь здесь рядом с Клаудио и узнаю эту информацию с первых рук. И некоторые спрашивают, а что мне делать с этими биткоинами? Как мне быстро зарабатывать деньги? Получение этих карт позволит нам окончательно решить данный вопрос. Ждать осталось совсем недолго. Это может решиться уже сегодня, завтра или в ближайшие дни. И когда ожидание закончится, наше терпение будет вознаграждено. Вот тогда мы будем получать отличный результат. У нас в руках нечто фантастическое. Кроме того, Eagle Bitrate еще и выпускает собственный коин, благодаря которому наш бизнес практически взорвется. Как думаете, Клаудио? Думаю, что так и есть. Вместе мы сильнее. Вместе мы сильнее. Итак, вот такие новости из Рио-де-Жанейро. Осталось дождаться запуска платформы Eagle Trade Card. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго.